Привет, народ! Сегодня у нас необычная коробка такая. Я вам, наверное, уже рассказывал то, что я в последнее время много покупаю на Фейсбуке. У них появилась новая опция, ну, относительно новая, Marketplace, когда пользователи Фейсбука могут продавать или покупать какие-то вещи, которые им не нужны. В принципе, шикарная вещь. Кучу добра я уже там прикупил. И тут я видел объявление, написано приставка V. Кстати, V у меня не было до этого. Цена free. Кто не знает, free — это бесплатно, даром. Я написал тетеньке, говорю, что правда free? Она говорит, да, нам не надо, дети выросли, никто не играется. Говорю, можно приехать забрать? Она говорит, да, конечно, приезжай. Говорит, только знаешь, у меня там не все кабеля, части кабелей нет. Я говорю, неважно. Приезжают, дает она мне такую коробку. Давайте посмотрим, что там. Я ее, наверное, на пол поставлю. И буду доставать и показывать. Во-первых, да, это тут мы видим у нас приставочка. Такая V. Никогда у меня до этого ее не было. Действительно, она без проводов. Но я не думаю, что найти провода — это проблема большая. Никогда я на такой приставке не играл. У меня все впереди. Она сказала, что она рабочая была, только куда-то они дели провода. Вот у нас кнопка Power Reset. Здесь у нас карточки памяти вставляются. USB подключается. Питание и всякое такое. Ладненько. Приставка V. Я думаю, это, наверное, какой-то был СССР для каких-то вещей. Чтобы брать с собой в дорогу, там шампунь ложить или что такое. Но они сюда положили джойстики от Wii. Наверное, это надо как-то играть так. Опять же говорю, я никогда не играл в Wii. Но могу только предположить. Куда-то сюда оно должно вставляться. Не знаю. Можете не кидать меня тапками. А, я нашел. Я нашел. Наверное, сюда. Не вставляется. Я обязательно с этим разберусь. Тут написано, что это контроллеры для GameCube сюда подключаются. У меня есть GameCube. У него есть контроллер. Интересная штука. Так, что у нас здесь есть? Это у нас, наверное, какая-то фигня. Такой гандончик надевается на джойстик. Еще один. Собственно, сами джойстики. Кнопка 1-2. А я понял, почему я не нашел, куда подключать джойстики. А почему я не нашел? Наверное, потому что они Wi-Fi или нет? Они беспроводные, видите? А эта фигня уже подключается вот сюда. Понятно? Семен, что вы? Беспроводные. Ладненько, это то, что у нас касается. Но это не все, что было в коробке. Игра для Wii Play. Регистрируйте ваше программное обеспечение. Я не знаю, или здесь действительно все игры эти есть, или здесь просто по одному уровню. Разберусь. Ну, видите, здесь бильярд, теннис. Теннис, наверное, вот этими штучками так махать. По уткам можно стрелять.
Ладно, разберемся. Халява. Но и это было не все. Та-дам! Вторая Сонька. Причем это у меня уже вторая Сонька. Тавтология. Что у меня уже есть одна вторая Сонька, которую играл мой сын. Ну и потом я. У нас оказалось еще с диском. Rock Band. Прикольно. Диск почти не запиленный. И Сонечка. Причем, что у меня Сонька... Здесь, наверное, по барабану. Хотя, я не знаю. Различались они... Это, скорее всего, североамериканская, а у меня европейская. Потому что в Израиле покупали ее. Посмотрим. Я не думаю, что здесь сильно... Потому что все равно сюда подключается блок питания. 8,5 вольт. У меня блок питания есть. Я не знаю выход, насколько выход соответствует. Там было, знаете, 50 Гц, 60 Гц. NTSC, SECAM, PAL. Я думаю, мы с этим разберемся. Ладненько. Сонечка. И это еще не все. DVD-плеер. Очередной DVD-плеер. Это у меня, по-моему, третий DVD-плеер или четвертый DVD-плеер. Не знаю. Рабочий DVD-плеер. Может, кому-то подарю. Сейчас очень много DVD-дисков появилось просто по смешным ценам, потому что люди уходят с носителей, с таких, наверное, больше в цифру, смотрят Netflix и всякие там. И DVD никто не смотрит, и фильмы просто целая куча. Вот я недавно купил себе кучу «Звездных войн». Всегда сейчас куча есть разных в продаже фильмов на DVD за копейки. Действительно, за копейки. А я люблю коллекцию, знаете, так, чтобы поставить на полочку. И всегда, когда хотеть, можно взять диск, поставить и посмотреть. Потому что на Netflix сегодня есть фильм, а завтра нету. Интернет отключили, и кино нет. Тем более, что на Netflix «Звездных войн» первых частей нету. Что-то они, наверное, с Лукасом не договорились. Ладненько. Вот такая вот коробка. Мне досталась все на халяву. Вдвойне приятно. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если да, ставьте пальчик вверх. А я пойду это все проверять. Пока-пока.